красный мех. Хо-хо, мексиканская ткань. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы, я узнаю их по оттенку. Вы видите, как мех играет на солнце. Железный фарниша. Такой на толкучке мужичок, и продает, видать, виду шапку. И к нему, значит, подходит такой новый русский. И говорит, господи, да что же за мех-то такой? Ни на кого не похожий. Можете говорить, андатра. Новый русский говорит, повелось, с андатрой не пахнет. Можете говорить, чисто андатра запах есть. Для тех, кто понимает. Новый русский говорит, ну и почем? Она идет вместе с запахом. Мужичок так прикинул, все бы начать, чтобы не напугать. Говорит, чужого я взял бы миллион. С вас, как со знакомого, так и быть. 150 тысяч. Ну, русский, ничем не смутившись, лезет в карман за бумажником, отсчитывает 150 тысяч. Мужичок говорит, дура и башка, ты где? Небось, здесь за 200 бы взяли. Ну, русский говорит, давай за 200. Лезет за бумажником, отсчитывает 200 тысяч. Мужичок говорит, подожди, ну что, торговаться же надо, что ли? Ну что, это 200 тысяч, а может их небесное на самом деле стоит 300 тысяч? Ну, русский опять не смутившись, лезет в бумажник, достает 300 тысяч. С мужиком начинает делаться что-то страшное. Он говорит, вот с другого бы никогда, ни за что. А с вас это исключительно, извольте, вот за уважение, ровно 473 тысячи. И падает снег. Ну, русский опять лезет в бумажник, отсчитывает ему 500 тысяч. Мужик начинает плакать. Ведь обобрали мужика и довольны. Как же вы за этого соболинного горностая из песцецовой куницы? Как предлагаете 500 тысяч? Знаете, что их мех, по крайней мере, стоит 3. Ну, русский опять лезет в бумажник, отсчитывает 3 миллиона. Мужичок скомков эти ноги бумажки дает дёру. Ну, надо же, продал идиоту шапку здравного кота за 3 миллиона. А новый русский, смахнув шикарные шубы эти снежинки, говорит, господи, да чего же приятно делать людям добро?